Бабушкина мама, ее поет моя мама. И когда я услышала эту песню «Самураторна», еще будучи маленькой, мне так понравилось, и я попросила маму свою научить меня петь эту песню. И эта песня, вы знаете, это ведь народная такая вещь, и она передается из уста в уста. И именно мелодика особенная у каждого. Вот на Урале, да, в каждой местности своя мелодика есть. И вот именно та мелодика, которую я исполнила сегодня, это мелодия моих предков. В каком крае? Учелинский район. Да? Ой, какая радость. А сейчас я исполню свою авторскую песню, которая была написана на основе тоже Зенки, называется «Тогалер». Она была написана совместно с мамой,
Моя мама написала текст этой песни, я написала мелодию. И сейчас я исполню эту песню. Песня называется «Туган-Ер», «Родной край». Yeah.